Танцуют матери и дочери. Сегодня в средней школе номер 26 города Якутска открыли новую танцевальную студию. Активные родители учреждения выступили с идеей создать при школе студию танца, где мамы и дочки могли бы проводить время с пользой для себя. Подробнее расскажет Любовь Васильева. Созидая прекрасное, матери школы номер 26 воплотили в жизнь замечательный проект. Сегодня торжественно открыли танцевальную студию «Кэрэсэтимэ». Ее работа направлена на развитие творческих способностей семьи, в частности, матерей и дочерей. Мне очень нравится танцевать. Я люблю танец «Цветочки». По задумке авторов проекта, занимаясь танцами, мамы и дочки смогут проявить свои таланты. Бег за временем. Многие мамы, конечно, не всегда могут успеть найти время для себя отдельно, да, ну и для детей. А тут наш проект придуман для того, чтобы была возможность заниматься творчеством вместе с ребенком. Проект танцевальной студии для матерей и дочерей поддержало Якутское отделение Всероссийского движения «Матери России». По словам руководителя движения Прасковьи Борисовой, это первый уникальный проект республики, где родители занимаются танцами со своими детьми, который направлен на укрепление связи между поколениями и на привитие ценных качеств для девочек. Такой проект укрепит именно союз между мамой и девочкой, дочерью, и, конечно, это послужит еще раз одним таким моментом укрепления семейных отношений, укрепления здоровья как и мам, как и девочек, потому что танцы – это прежде всего красота, здоровье, эстетика, культура. Администрация школы выделила студии специальное помещение. Ремонт танцевального класса сделали сами родители. С момента открытия в студию записались уже более 100 девочек. Занятия будут проводиться 2 раза в неделю. А именно вот такой проект, он объединяет как бы духовно, у нас что-то общее, какой-то смысл появляется. Мы идем на тренировку, допустим, обсуждаем, что будем делать, как. Я как хореограф прислушиваюсь всегда к мнению мамочек, детишек. Мы будем заниматься в разных направлениях, ну, по ихним желаниям. Главное, танцевальный класс в школе вдохновил юные таланты. Девочки с удовольствием занимаются в студии и ждут очередной встречи. Любовь Васильева, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.